рады приветствовать вас на финалах Russian Major League 6 сезона. Ну что ж, мы ждали этого легендарного события. Давайте перемещаться на первую карту. Отвечка от Лери сразу же последовала. Минус от Нордина, минус от Лери по Шепарду. Красиво, есть шансы. 2 в 2 уже ситуация. 29 секунд, джойстик. Попасть случайно своего тиммейта. И все, джойстик забирает здесь Лери. 2 в 1 ситуация. У нас или 6-5, или 7-4, друзья. 5 секунд, ну что же будет делать Нордвей? Есть по нему информация, и все. Заканчиваю Team Empire. Ситуация 2 в 1. Андризи на одном хп буквально живет. Но смотрит, хорош, вот это жесть на Раше. Как он там-то посчитал? Че его? Раш! Нормально. Реализует со своей стороны, но там пошел ретейк вверх, флайерс минус еще Раск. И кто-то представляет деактиватор, но здесь сверху Пашу сбивает этот момент. В итоге остается флайерс один. Какой же раунд Паша. Красота. Безусловно. Ну и вот второй мир. Карты плавания фрегата Кукуха, Russian Club Oregon Лига, Евро Высокий Пинг Лига, Латам Invitational. Все по факту. Кто хочет выиграть мальчик, что хочет выиграть мужчина. Понимаю. А это хорошо! А это хорошо! Идет пушить в наглую, и это огромная ошибка, потому что Милон тут на прикрытии. Он успел вовремя уйти. Еще один фраг от Раска. 5-2 ситуацион. Ну, все очень плохо. Газовый гранат нет, воров нет, есть импакт, нужно пробовать ставить, разводит, сейчас уже морально. Преб опять Нордвинда успешный, покажите, хорошая голова, Стазик давай, пошел, хорош, раз! Он у флайерса, да, поймали, минус один баллон. И второй поймали, что ли? Или я просто не слышу, и второй еще поймали, ну флайерса тут успевает дать минус по скутеру. А Мижен забирает Дана, все, теперь уже не получит. Мин, два баллона поймали, что творят эти имперцы? Но однако, ай-яй-яй, тайминг, Олвис отвернулся, вот туда, да, все просто, абсолютно правильно. Олвис забирает одного, просто пошла череда разменов, Эксодус, джойстик, Олвис остается у нас последний флайерса. Ну давайте посмотрим, может быть, нет, говорит Олвис, никаких может быть в этом раунде. Побеждает только Team Empire. Ну и все, а здесь уже здоровый игрок, кто успел пропилиться. Смэш заходит, просто флайерс забирает еще и Шепарда. 2 в 3 ситуация, неужели это будет атака? Да, Смэш забирает Тана, пошла секунда. Деактиватор, Олвис понимает или нет, забирает одного. Так, все, здесь нужно переключаться. Не да, есть типа... Олвис, что ты творишь, боже? Сотус не палится вообще, даже... Не пытается себя как-то показывать. Вот они, первые плоды подобных мувов. Эксодус, Раш, Смэш. Каждый себе по фрагу оформляет. 5 в 1. Это идеальный раунд для чертей. Летает у нас один. Да, Эксодус забирает Андризи. Смэш доедает Милона. Что, посыпались медведи? Да неужели здесь собирает просто у нас Раш Коржеку? Черти побеждают. Ну что ж, полетели. Полетели. Все, первый, второй сейчас так. Раз, есть ножом Максим одного. По второму промахивается, к сожалению. Еще забирает еще. Нет, нет, не получается. Просто все ребята из Деград сквада. Одного, второго. Ну сразу через один. Буквально до дуэли. А это интересно, Сайдет или, собственно говоря, Дардали. Кто кого? Минус Блайс, минус Дан. Шепарда повалили, скутер тоже воюет, разбирается с Рашем до конца. А газовой гранаты больше нет, огромная ошибка, скутер минус 2 оформляет. Элвис со спины идет, джойстик ставит, деактиватор, дефолтную камеру прочекали. Но не справляется с этим Амишин. Смэш понимает, что этот тайминг как раз таки для того, чтобы выходить. И Элвис сейчас надо, конечно, убегать. Походу, они вдвоем идут пушить с левой стороны, с второй стороны. Элвис минус, Раш прикрывает и там сбивает деактиватор. Одну секунду, чтобы поднять, но тут джойстик закрыл пол команды. Это победа для Империи. У-ху! Вот тебе не сидящие ребята. Интересно, конечно, борьба была у черти Виртуса. В любом случае, поздравляем еще раз Team Empire.